Несколько сотен жителей Нагасаки, в том числе близкие жертв атомной бомбардировки, вышли в воскресенье на улицы, чтобы выразить протест против намерения премьер-министра отказаться от пацифистского характера японской конституции. Действующий основной закон вступил в силу 3 мая 1947-го. Его 9-я статья провозглашает отказ Японии от войны как средство разрешения международных конфликтов и от обладания собственной армией. Если они обойдут 9-ю статью Конституции, говорит эта манифестантка, Япония снова сможет вступать в войны и вести агрессивную политику в отношении невинных людей. «Все знают, что выбор Японии пацифизма в послевоенный период был верным решением», говорит этот профессор Токийского университета Мэйдзи. «Именно с таким убеждением я приехал сегодня в Нагасаки». Премьер-министр Синдзо Абе заявил, что намерен прежде всего изменить 96-ю статью Конституции, которая требует наличия 2/3 голосов депутатов обеих палат для внесения изменений в основной закон, чтобы затем пересмотреть 9-ю пацифистскую статью.